Сегодня день рождения Эдуарда Успенского. Отцу Чебурашки, кота Матроскина и других наших друзей исполнилось 77 лет. Вспоминая его афоризмы, например, этот: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». Отправляемся искать клады в местном интернете. Ведь это «Иные новости». По данным Банкфакса, новогоднюю елку, которая расположится на площади Сахарова в Барнауле, признали второй по высоте среди региональных центров Сибири. На первом месте елка из Красноярска, ее высота 46 метров, высота нашей 32 метра, а у всех других соседей еще ниже. Политсибру пишет, что проект застройки квартала, где сейчас находится стадион «Локомотив», получил престижную награду международного фестиваля. От самого «Локомотива» останется один фасад. Мне как-то странно, что дома будут выстроены по квадрату, так, чтобы жильцы смотрели в окна друг другу. Но, может, это и есть мировой архитектурный тренд? На YouTube выложена запись режиссерской работы студента Алтгаки Сергея Елеусизова по рассказу Чехова «ТИФ». Все происходит при свечах в романтической полутьме. Не Фоменко, конечно, но свои таланты тоже нужно поддерживать. Так что гляньте. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет! А я еще и на машинке умею, и крестиком тоже.